Харе Кришна, дорогие друзья, наши верные зрители, и, может быть, кто-то здесь есть новичок на этой трансляции. Сегодня этот замечательный день, суббота, которую мы все с вами так ждем, благословленный Харинамой. Ну вот. Так что давайте сегодня погрузимся в воспевание святых имен, посвятим эти несколько часов памятованию о Господе и воспеванию Его славы. Если у вас есть какие-то вопросы, предложения, возражения и просто благословения, вы всегда можете писать комментарии. Прекрасной Харинамы! Стас, у нас не работает шайтан машина, может, вы с ней справитесь? Забейте, короче, буду на палку снимать. Дорогие друзья, сегодня снимаем на селфи палку, поэтому простите за трясучкость, которая вас сегодня ждет, зато у вас будет ощущение полного погружения и присутствия. Наша прекрасная Татьяна, лучшие караталы ИСККОН! У нас сегодня новый киртания. К сожалению, честно говоря, я пока не успела узнать, как его зовут, но я обязательно это разузнаю. Но я думаю, что его киртан более красноречив, чем все, что я смогла бы о нем сказать. Дорогие друзья, напоминаю, что можно делать репост трансляции на своей странице, чтобы как можно больше людей смогли соприкоснуться с нектаром этого сладостного святого имени, которое разливается сегодня по улицам Москвы, а как говорят священные писания, то на все три мира. Также вы можете ставить сердечки, чтобы тоже как можно больше людей присоединилось к нашей трансляции. Мы, конечно, в духовном мире, но не будем забывать про алгоритмы материального, чтобы помочь святому имени распространиться. Хотя как мы можем помочь святому имени? Это только оно может помочь нам. У нас сегодня очень много людей на Харинаме. Несмотря на то, что еще середина зимы, Харинамы опять стали многочисленные, видимо, преданные уже не могут терпеть эти пакости от погоды. И решили, несмотря ни на что, выходить и воспевать для радости Господа и вашей радости. Мададжи Ирина. Несменный капитан нашего корабля. Ух ты, спой! Мададжи Дарья, которая вернулась к нам с дальних планет.
Мададжи Дев'ятхама. О, Мададжи Люда. У нас сегодня Александр, Бхакта Александр. Вот Мададжи Алина, оказывается, знает его, который очень вписывается в его киртан, в атмосферу Гаура Шакти. Мададжи Эканти Сита блистает на Харинаме. Мададжи Мария и Мададжи Марина. Красная Гакул Гапали, наша фея летящая, порхающая цветочная фея Харинама Гаура Шакти. Многие преданные болели, кто-то был в отъезде, нас было намного меньше. Очень радостно видеть Харинаму. Мы даже не в полном составе, мы еще и с Арбатской Харинамой объединились, пока они еще не проводят свои Харинамы, так как их лидер проводит проповедь на острове Тенерифе. Наша небесная Алиночка, где ты летаешь? Какие дали тебя унесло? Без тебя маленькой грани алмаза Харинамы не хватает для полного блеска этой красоты. Кто это? Мададжи Вриндасаки. Вам заживление, пусть время, которое вы проведете со сломанным плечом, даст вам время на то, чтобы больше думать о Господе. Фотограф Стас Прабу. Мы все соскучились по его трансцендентным фото и по нему самому в первую очередь. Дорогие друзья, порадуйтесь за нас. Мы очень давно пытаемся изгнать черный цвет с Харинамы. И наконец-то, по милости Господа, это получилось.
людям тяжело скрыть восторг и удивление при виде этого трансцендентного корабля. К нам присоединился Сергей Прабу, наш бессменный ведущий. Радышьям, Сергей. Спасибо, что поделились служением. Ведь ваше служение слишком сладко, на самом деле, чтобы его кому-то отдать, но вы настолько щедр и сострадателен, что делитесь этим нектаром. Напоминаю, что мы выходим. На улицы для того, чтобы напоминать людям о Боге, о том, что мы его вечные частички, и это делает людей счастливыми. Поэтому можете видеть, что люди улыбаются, в них пробуждается их внутренняя природа. И несмотря на то, что в Москве не было солнца уже больше месяца, люди начинают просто сиять улыбками. Вы тоже можете выходить на улицу и улыбаться людям. Поверьте, они улыбнутся вам в большинстве своем в ответ. Прабу Александр, наша небесная прекрасная Алина знает его, сможете расспросить. Преданные и друзья, гости нашей трансляции, скажите, вам хорошо все слышно? Дорогие друзья, мы сейчас спустимся в подземелье, поэтому трансляция может на несколько секунд прекратиться. Не забывайте повторять святое имя и ожидайте ее продолжения.
Бишака, приезжай к нам просто. Судя по прекратившемуся киртану, у нас сейчас сменится киртания. По милости Господа, на нашей Харинаме воспевают много прекрасных преданных, из уст которых святое имя льется, как из уст гандхарвов, то есть небесных певцов. Ожидаем. Интрига, кто же следующий? Как же так небесные создания вышли из подземелья? Не знаю, друзья, если вы когда-нибудь где-нибудь видели столько красоты одновременно, я не видела. Но по милости Бога каждую субботу я имею возможность созреть что-то удивительное, невероятное, красивое и абсолютно не укладывающееся в моем уму, потому что где в наше время такое вообще увидишь? Если посмотреть по сторонам, все вокруг в черном, а это какое-то просто солнце, идущее по улицам. А с нами Чандра Чару Прабу. Его волшебные вриндаванские колыбельные, убаюкивающие наш ум, чтобы он перестал подкидывать нам всякие глупости и дал нам повторять святое имя внимательно. Мантра Прабу взял мридангу. Напишите, из каких городов вы смотрите Харинаму, пожалуйста. Хари Кришна! Москва, Калининград. Кто еще? Не стесняйтесь. Давайте узнаем, насколько распространяется сегодня, на сколько километров святое имя по миру. Да-да-да-да-да. Как же это прекрасно, да, однажды выйти на работу, на улицу, прогуляться и встретить нечто прекрасное. Настолько прекрасное, что это сам Господь вышел сегодня навстречу.
Господь, он, у него отсутствует гордыня, у него отсутствует ложное эго. И для него абсолютно несложно, если мы не идем к нему, прийти нам, самому к нам навстречу. Сергей Прабу, немножко терпения. Сейчас мы найдем и Стаса, и Матаджи Шветадвипу, и все разузнаем у них. Спасибо, что написали слова мантры. Поэтому давайте подпевать вслух, громко, про себя. Давайте погрузим наше сознание в эти звуки, не отличные от Господа, и очистимся от загрязнений материального мира, таких как злоба, корысть, вожделение, зависть и жадность, которые отравляют нашу жизнь. И почувствуем, что такое чистое сознание, наполненное любовью к Богу и, соответственно, всем, всему этому миру. Знаете, один святой сказал, что в этом мире все идеально, единственное, что здесь не хватает, это сознание Кришны. И в наших с вами руках это исправить. Сергей просил передать вам. Оп. Там очень большая дорога, поэтому посмотрим на Харинаму со стороны. И ощутим ее масштаб.
наша мададжа Шведа Двипа. Ну-ка расскажите, что у вас за шарики сегодня? Ой, улет, во-первых. Классика, красная — это классика, но там добавлено крема в кубе. Что-то вообще невообразимо вкусное. Шоколадное и мятное. Прямо? Да, да. Шоколадное? Шоколадное. Мята? Мяту уже пробовали. Оставим мяту для тех, кто не пробовал. Вот это милость, друзья, представляете? Это вот это милость. Это Это милость святого сегодня прольется на людей, которым посчастливится встретить Харинаму и самую прекрасную мададжи Шведа Двипу Падму Киджай. Знаете, за ее смех можно все отдать, я считаю. Давайте догонять Харинаму. Немножко сольемся с толпой. Кто это у нас тут такой красивый и замаскировавшийся под людей обычных? Дорогие зрители, не забывайте подпевать, потому что самое главное – это трансцендентный звук. Мир произошел из звука. Не просто так. Звук может изменить все. И наше сердце, и весь мир. Так что запускайте эту вибрацию трансцендентную. Трансцендентную, то есть не принадлежащую этому миру, принадлежащую духовному миру. А когда вы начнете воспевать и почувствуете, как ваши руки вздымаются вверх, а ваши ноги хотят подскочить и танцевать, не останавливайтесь. Позвольте себе почувствовать это счастье. Вот мададжи Лена ходит на Харинаму и счастлива. Да. Только Майи? Майи мы скажем? Не, не, правильно. Наста Гопата, конечно. Известный во всем мире танцун. Простите, не могу вспомнить нормальное, правильное слово. Скажите, вы чувствуете этот экстаз, который начинает заливать улицы Москвы? Спасибо за ваши сердечки, потому что, знаете, интернет — это вещь имперсональная. Вот. И когда вы ставите сердечки, мы чувствуем, что вы тоже здесь с нами. Боюсь, не сдержусь, запою сегодня. Так что не серчайте, если что.
Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари Хари. Это было интересно, что люди делают с этими видео, которые они снимают. Какой-то имеет эффект. Но однажды наш лидер Джанардана Прабху сказал, что к нему подошел человек. Сказал, я вас знаю, можно с вами сфотографироваться. И у меня даже есть видео с вами, представляете? И показал ему видео, как он воспевает на Арбате. Это вам улыбаются наши удивительные преданные. Ловите их улыбки. К нам присоединяются мамы наши, харинамы. Наши поклоны, Ольга, мама нашего Сергея Прабу с нами. Пользуясь случаем, скажу, что сегодня у моей мамы день рождения, и у моей тети они родились в один день. Поэтому, пожалуйста, помолитесь за них в ваших сердцах. Мы достигли нашей первой точки, остановки. Но сейчас мы посмотрим, будем ли мы здесь останавливаться. Потому что этот пятачок, этот островок превратился в океан соли. Опа, мы потеряли хвост харинамы, дорогие друзья. Спасибо, друзья, за ваше благословение.
прекрасные души нам встречаются, которые просто вышли погулять в этот прекрасный субботний день и, встретив Харинаму, не смогли остановиться и танцуют с ней. Это же так прекрасно. Скажите, вы когда-нибудь танцевали на улице от счастья? Если нет, я желаю всем получить этот опыт. Потому что тот, кто воспевает Святое Имя Господа, ему уже не важны никакие материальные условности. Он танцует в экстазе любви, воздев руки вверх. С вами присоединимся. Давайте немножко покружим с нашими матаджи. Почувствуем, что это такое. И вопрос, как же на них не кружится голова? Потому что их голова уже закружилась от любви к Господу. Желаем матаджи утами удачи в Санкиртане. Большая пауза на обнимашки. Да. Чандра Чара продолжает киртан, сменил мелодию.
Вам, наверное, не видно, но там полный автобус машет нашим дорогим Ададжи. Давайте почувствуем аромат харинамы. Здравствуйте. Если вдруг вам, как телезрителям, кажется, почему я не на харинаме, почему я не с ними, у вас есть одно большое преимущество. Вы можете занять лучшее место возле киртани. Любое место на харинаме лучшее, но не всем так хорошо слышно киртан. Я думаю, что кто-то особо внимательный может даже снять мелодию, которая играет киртания, и сыграть ее дома. Ну все, друзья, повторяйте, берите гармошку и вперед. Ставьте сердечки, кто подпевает. Еще больше ставьте, кто танцует. Вот так вот. Вот так вот нужно.
самый лучший способ снять стресс на этом свете – это танцевать. А у нас современных людей, к сожалению, полно поводов его накопить, поэтому давайте раз в неделю во имя и славы Господа танцевать. Это сделает счастливыми нас и весь мир. Представляете? Удивительная же деятельность. Давайте поздороваемся с ним. Вот, запомните его лицо. И лицо Махамандры Прабу, конечно. Да, и радуются. Это самое главное, радоваться, когда видишь преданных. Это написано в священных писаниях. Что, видя вайшнава, мы должны просто плакать от счастья и радости. Знаете, этот человек даже... не будучи преданным, каждый раз выбегает и здоровается с нами. Поэтому вопрос, преданный он или нет? На самом деле все преданные. Рука не может не быть частью тела. Даже если ей вдумалось говорить, что она не часть тела. Такая же история здесь. Дети могут отказываться от своих родителей, но они никогда не перестанут быть их детьми. Да, да, давайте так сделаем как-нибудь. Надо подготовиться. Оп! Мы всегда знали, что Матаджи Дарья как минимум четырехрукая форма. Потому что успевать делать столько служений иначе невозможно. Фирменный знак Матаджи Ирины. Давайте фирменный взгляд. Харинама с препятствиями сегодня. Ну куда зимой деваться от этого? Здравствуйте! Надеюсь, всем реально очень советую. Это удивительная техника. Попробуйте улыбаться людям. И собакам, например, которые выглядывают из окна. И когда вам улыбаются в ответ, знаете, внутри что-то рождается. Это сейчас Кали-Юга и век раздора, разъединенности. И когда вы улыбаетесь человеку, он улыбается вам в ответ, возрождается вот эта наша общая связь. Психологи говорят, что человек стремится к свободе, и сейчас у него очень много для этого возможностей. Но проблема в том, что, получая свободу, мы становимся разъединенными. Вот. А так наша природа
быть частичками общего Господа, не теряя свою индивидуальность, мы начинаем страдать. Поэтому очень важно найти этот баланс между своей индивидуальностью, свободой и сотрудничеством. Мы опять с вами в переходе, поэтому, если что, не пугайтесь. Трансляция к вам скоро вернется. Смотрите, лавина любви надвигается на вас, ловите ее. Матаджи Татьяна, сегодня все просто на этой харинаме. Хари Кришна. Все, по кому мы скучали и так долго ждали. Мы пришли к ресторану «Прага», так что, кто бежит на харинаму, бегите скорей. Мы будем стоять вас ждать. Знаете, мне кажется, когда-то в этом месте должны будут воздвигнуть храм, потому что сколько святых имен здесь воспето. Пока здесь уже есть храм, но пока у него нету стен. Я просто... А, ты засунешь, да, в карман? Я хотела сказать, что я не засуну варежки твои свои в карман, если честно, нормально. Бери, мне не холодно. Матаджи Лина не сдерживает свою любовь и танцует. И вам того же советуем. Придвиньтесь чуть-чуть. Не сдержалась. Не-не, нормально. Стой как. Не-не-не. Встаньте, пожалуйста, два ряда, просто не надейся это. Нормально стояли, все хорошо было. О, огонь. Простите, не могу не выполнять свое служение по распределению преданных в пространстве. Знаете, когда ты занят по природе, оно происходит само по себе. Невозможно это просто не делать. Девяткама. О! Ловите эту любовь. Нигде вы такой не встретите больше. Знаете, какая удача. Так и назовем харинама, на которую Матаджи Девяткама дала свои благословения. Говорят, самые счастливые люди играют на караталах. Ой, Санкиртана, друзья, смотрите. Давайте помолимся за наших санкиртанчиков, чтобы книги Прабхупады сегодня оказались в руках страждущих душ.
Как бы этот мир не пытался нас убедить о том, что мы одиноки, что никто нам не поможет, что вокруг одни враги. На самом деле природа людей абсолютно другая. Возьмите парня потанцевать. Там парень хотел ворваться к мата жевать, ничего такой. Потанцевать. Вот. О, кто это к нам присоединился? Владимир Пробуки? Да. Так, у нас опять смена киртани, что прекрасно, столько удивительных киртани. Я даже не знаю, друзья, откуда у нас такое вообще счастье для нас и радость, что такие голоса и такие духовно продвинутые люди поют на наших хринами. Все по милости Господа, ведь хринам это ведь сам Господь, вы же знаете. Скажите, вы же знаете, да, что хринам она абсолютно не отличная от Господа. То есть, вы представляете, сам Господь Бог выходит на улицу и передает знание о себе, которое способно освободить души из материального плена. Воспевает святое имя, которое очищает все три мира, а не только Арбат и Кузнецкий мост. Господь танцует, наряжается и проявляет все свои 6 достояний. 6 достояний Господа – красота, богатство, слава, сила, отреченность. И подскажите мне 6-е, кто внимательно слушает. Все, к чему мы так стремимся в этом мире, на самом деле, это достояние Господа. Матаджи Дарья прячется от нас. Про достояние Господа мы тут рассказываем. Как ваши дела? Как вам сегодня трансляция? Может быть, вам чего-то не хватает? Скажите, чтобы я чего-то больше показала, или у вас какие-то вопросы. О, спасибо большое, знание. Ну, как раз то, чего мне не хватает. Больше всего об этом я, соответственно, и забыла. К сожалению, у вас не самый интеллектуальный ведущий, но я стараюсь. Парочку минут, и мы с вами продолжим. Слышите? Звуки гармошки снова раздаются на Арбате. Кто такое? Я вижу медвежоночек. А нам еще идти. А? Не-не, все хорошо. Невозможно.
страшно сдерживаться, когда слышишь этот киртан. Слова просто сами, звуки вылетают из моего рта. Давайте погрузимся, я помолчу. Ничего себе! Как здорово! Спасибо, что написали! Хари Кришна! Когда же Андрей Прабу будет петь у нас на Харинаме? Когда же Андрей Прабу будет петь на Харинаме? Андрей Прабу восхитительно поет! Преданные очень любят его киртан! Посмотрите на Матаджи Вриндусаки. Этот человек просто олицетворяет своим лицом и счастьем Харинаму. Надо зеркало заднего вида.
Когда звучит святое имя, и никаких слов не нужно. Если прислушаться, то в этих звуках есть все. Говорят, что тот человек, который однажды даже произнесет просто Кришна, Кришна, он, в его сердце проснется все знание ведическое. Ведическое знание — это то знание, которое дал нам Господь, когда сотворил этот мир. Мы захотели отвернуться от него, уйти и попробовать вкус того, что такое счастье только для себя. И он создал для нас эту большую-большую площадку для этой игры. И дал нам инструкцию, как отсюда выбраться, как здесь жить правильно. И то есть, представляете, просто один раз произнеся Кришна, можно обрести в своем сердце всю полноту ведического знания. А ученые тысячелетиями изучали его, корпели над шастрами, заучивали стихи. Очень видно, как у людей просто загораются глаза. Они идут погруженные в свои проблемы, дела, какие-то мысли. И видят Харинаму, и просто каким-то удивительным блеском вспыхивает их взгляд. И видно, как многие пытаются его спрятать. Почему-то мы очень стесняемся быть счастливыми сейчас. В мире столько сложностей, и как будто для некоторых быть счастливым, это как будто, знаете, ну, стыдно. А это не стыдно, это наша природа. Природа души, частички Господа. Она, душа состоит из счастья, знания, блаженства. И вечности, простите. Знания, вечности и блаженства. И, то есть, понимаете, счастье — это как дышать. Это настолько же естественно быть счастливым, как, естественно, просто вдыхать, не замечая это. И это наше с вами право, каждого из нас, быть счастливым. Но невозможно быть счастливым, отвернувшись от источника счастья.
также хотелось бы вам напомнить, что вы можете зайти в группу и посмотреть реквизиты, по которым вы можете помочь к развитию Харинамы. Например, пожертвовать на то, чтобы на покупку стружки, сгущенки для шариков. Сейчас у нас есть целая команда тех, кто лепит шарики для того, чтобы распространять на Харинаме. Они очень преданы своему служению, делают очень много разных шариков. Сейчас у нас новый хит – это кэробовые шарики. Также различные мятные с другими эссенциями. Поэтому, если вы очень хотите поучаствовать, пожалуйста, участвуйте. Также у Харинамы есть различные расходы, которые нужно поддерживать на музыкальное оборудование, на гирлянды, которые скоро появятся на наших прекрасных матаджи. Пожалуйста, заходите в группу, смотрите реквизиты. Если у вас есть такое желание, помогайте от сердца, участвуйте в Харинаме. И также нам нужны ваши молитвы, потому что мы уже второй год медитируем на то, чтобы поехать в тур, чтобы мы могли оказаться в ваших городах с Харинамой. И давайте помолимся, чтобы у нас появилась такая возможность и с точки зрения ситуации в мире, и чтобы у нас хватило ресурсов и материальных, и духовных, и энтузиазма. И напоминаю, что если вы хотите увидеть летом Харинаму Гаурашакти в своем городе, пишите, пожалуйста, нам в директ. Мы с радостью рассмотрим и очень хотим поделиться этим, тем, что нам дали по милости. Зовите нас в свой город, мы постараемся приехать. Давайте помолимся за успех этого действия. Thank you.
Смотришь, Наталья, звук, скорее всего, не очень, потому что хренама большая. Вот, и спереди, когда я иду, там не очень хорошо слышно, к сожалению. Сегодня даже обычно сдержанный Чандра Чару Прабу танцует с мридангой. Сегодня идем по нашему одному из наших летних маршрутов до Баррикадной, Краснопресненской. Сегодня у нас финальная точка там. Если вы хотели присоединиться, то можете посмотреть в группе адрес и время окончания харинамы. У вас еще есть время. Здравствуйте! Иногда хочется потерять память, не то чтобы я в этом прошу, но посмотреть на харинаму вот так вот, как люди ее встречают первый раз. Так хочется испытать это удивление, восторг и вот этот укол счастья в сердце, которое получают эти люди. Хари Кришна, Мададжи, Наталья, спасибо. Кришна, Кришна.
переходим в Садовое кольцо. Сейчас будет опять ненадолго переход, дорогие друзья. А это значит, что мы можем пропасть с ваших радаров. Корма нашего корабля в отличном настроении. О, штормит их до сих пор, стонерифы. Меня это, походу. Нормально, давай.
один такой, не-не, давай. Не, он там такой. А ты на Майбах смотришь и не отрываешь. Я высматривала обратную связь. Это не наш Майбах. Давайте, дорогие друзья, я с вами поделюсь, что у нас теперь появились прекрасные визитки. Посмотрите, какие у нас классные теперь визитки есть. Мы можем распространять святое имя. Ой, сработал QR-код. Кстати, сработал наш QR-код, который я хотела вам показать. Сейчас я уберу. Вот, все наши соцсети, контакты, по которым можно узнать, что такое Харинама для страждущих душ. О, Тодор Прабу присоединился. Матша Тадвипа, ну-ка озарите весь мир улыбкой своей. Хари Кришна. Yes. Святой человек помогает нам пить во время харинамы. Благословите его. Хари Бол. В шастрах написано, что человек, который дает людям воду, это максимально благочестивый человек, а человек, который дает воду преданным на харинаме, вообще можете представить, каковы его заслуги, насколько он дорог Господу. И такие удивительные люди у нас здесь. Наших музыкантов. Наш Николай Прабу, труба. И Денис Прабу, бас-гитара. Это очень-очень скромные люди, на самом деле, не любящие принимать прославления. Но мы с вами их прославим, потому что это, наверное, два самых стабильных человека на нашей харинаме. А я думаю, что вы можете себе представить, каково это в мороз. Играть на трубе и на гитаре. Ой. Дорогие друзья, кажется, у нас есть возможность с вами снять не только наш фильм, но и попасть в фильм. Некий сегодня у нас есть возможность. Мне кажется, лошадь уже познала всю силу Хари Кришна Махамантры. Вот такие удивительные люди происходят. А давайте мы сейчас спросим у людей, что же они думают. Потому что как же мы можем догадаться, о чем думают люди? Здравствуйте! Хотя пока у нас есть возможность только у коня спросить, поэтому дождемся людей. Люди высовываются из машин, машут нам руками, улыбаются. Андрей, а вам кажется, что зарабатывать деньги – это плохо? Сейчас
Сейчас у нас есть дела поинтересней. Попали в съемки фильма. Это удивительный город Москва. Здесь может случиться все, что угодно. О, Хари Кришна! Вот видите, люди рады нам. А куда нам идти? Куда идти? Че, куда деваться-то? Это правей. Это правей. Уж простите, нам пришлось. Здравствуйте. Ух ты. Кстати, просто с на стыке времен Харинама оказалась. Добрый день! А вы скажете Хари Кришна? Тогда приготовим. Мне кажется, более красноречивого ответа, как реагируют на нас люди, получить было просто невозможно. Так что, дорогой Андрей, желаем вам счастья. Кому вы сообщаете о нас? Творческие люди, да? Вообще красота. Дорогой Андрей, вы из какого города, подскажите? Мы потому что вышли погулять по Москве. Вот. Я чувствую, что у вас что-то, видимо, наболело на душе, и вам хочется этим поделиться. Если вы хотите поговорить, вы всегда пишите, мы с вами с радостью пообщаемся. Скажите, что у вас на душе. Вы переживаете из-за болезни, это очень хорошо, что вы переживаете. Сострадание — это качество очень хороших людей. Я поражалась тому, как видя таких красивых людей, женщин, у людей проявляются какие-то низшие вибрации. Но в принципе это нормально, когда в нас заходит что-то хорошее, из нас выходит плохое, потому что сосуд он один, и он может быть наполнен только чем-то одним. В мире во всем должно быть равновесие. На самом деле, до того, как я стала выходить на Харинаму, мир мне казался очень враждебным, и казалось, что люди вокруг очень грубые, злые. Ну, не самый я общительный человек, но когда я стала ходить на Харинаму, я удивилась тому, насколько люди вообще открыты друг другу, сколько в этих сердцах радости, счастья, сколько вообще желания взаимодействовать, и мир вообще просто заиграл новыми красками. На самом деле мир — это отражение той реальности, которую мы создаем в своем уме. Вот и все. Как эта лошадь, которую мы видели, можно одеть на нее шпоры, и ей будет казаться, что мир ограничен просто узкой полосой впереди. Так давайте же снимем эти шпоры и увидим единство мира, его красоту, общность, потому что
Кали-юга заставляет нас разделяться, она заставляет нас видеть недостатки. И это, знаете, это называется сознание мухи. Муха везде найдет, сами знаете, что она найдет. А есть пчела, которая не замечает никакой грязи, она замечает только нектар. В огромном поле она сразу увидит возможность испить нектара, поэтому надо сознание пчелы тренировать. Нам часто кажется, что есть только один взгляд на вещи, это наш, но стоит сделать просто пару шагов влево или вправо, и окажется, что с другой стороны совсем другой вид. В Москве не очень холодно, где-то в районе минус 5 градусов и довольно безветренно. И, честно говоря, у нас уже 2 месяца зима, поэтому уже сложно сказать, это холодно или нет, потому что мы привыкли. У нас тут спрашивают, холодно? Нет. Смотрите, человек, приехавший из Тенерифе, говорит, нет, значит нет. Детские чистые сердечки, они очень искренние. Дети еще не успели надеть на себя никаких масок, обусловленностей, чьих-то мнений, общественных предрассудков. Они просто реагируют так, как реагирует душа. Хотя, конечно, мы рождаемся уже с отпечатком какой-то кармы, обусловленности, но детки намного меньше этому подвержены. Не зря в Библии говорится, что «будьте как дети» — это очень глубокая фраза. А что не так? Это наша новая любимая мелодия нашей Харинамы. Вокруг так заулыбались сразу просто. Ощущение, что даже он сейчас улыбнется.
человек. Девушки, вы похожи на Снегурок, говорят. Это лучше. Это пастушки. Говорят, что Господу в духовном мире самые его преданные слуги – это пастушки. Это простые девушки, которые не заморачиваются какими-то священными писаниями, законами. Они просто полны любви. Их сердца переполняет любовь к Богу. И они считаются наивысшими познавшими любовь в этом. Не в этом мире, в духовном мире. Вот так надо воспевать святое имя. Хитро, хитро. Ой, ребят, еле держу, чтобы не бросить камеру и не вступить в пляс. Все время себя сдерживали, хотели петь, танцевать, хотели улыбаться, не знаю, веселиться, как ребенок. Поверьте мне, сейчас самое время это сделать. Hare Krishna, Hare Krishna.
Здравствуйте! Рама, Рама, Риаре! Мне нельзя, понимаете? Кришна, Кришна, Риаре! Выдержал микрофон, не выдержал экстаза. Thank you.
Спасибо, что вы с нами, вы полноценные участники этой харинамы. На самом деле пришло наше время заканчивать. Это была наша последняя точка. Собственно, мы сейчас двинемся в точку, в которой мы будем принимать просад. Поэтому я вам скажу последнее слово, которое я хотела бы вам сказать. Точнее, два слова — это Харе Кришна. И третье слово — спасибо. Спасибо, что вы с нами. Спасибо, что вы присутствуете. Помните, что вы полноценные. Звука нету вообще никакого, меня не слышите? Скажите кто-нибудь еще. В общем, дорогие друзья, я с вами прощаюсь. Я надеюсь, что вы нас слышите. Если не слышите, напишите. А мы с вами дослушаем последние на сегодня 10 минут киртана.
Вот это Ciudad Viva приберегла для нас шарик. Святая душа. Они уже почувствовали нектар святой, это все хорошо. А кто пел от души, сейчас будет кушать просад от души. Увидела ваше сообщение, не сдержалась.